Папа сейчас съездил в магазин, купил нас, нам. Мы вчера в Гроссе заходили, не было, ну, представляете, глазурь была только черного цвета. В общем, папа съездил в магазин, сейчас нам купил глазурь для раскрашивания пипаркоков. Вечером Богдан придет, будем делать. Или завтра, потому что сегодня на футбол ему еще ехать. Смотри. Да, папа разных этих взял. Не стала в этот раз просить, в общем, покупать тесто. Ну, взяли готовые пипаркоки разных вкусов, видимо. Видишь, эти потолще, а эти тоненькие цветочки. В общем, потому что напечешь их, но как бы сразу их все не съешь. Они такие перченые все-таки. Из перченого теста пипаркоки, да, сделаны. И украшать-то прикольно, как бы красиво детки будут украшать. А вот печь целую кучу не надо, потому что и там и определенное количество теста уже готового, да, и очень много получается пипаркоков. А тут хотя бы вот даже одну можно открыть, да, пачку украсить, скушать, и потом уже вторую также. Пораньше встали и делаем пипаркоки. Матвейка сидит, слопала одну печеньку. Слопала одну печеньку. Грязь от печенья по всему столу. Матвей половину глазури ест. Ой, Богдан. Матвей с Богданом прыгал. Богдан половину глазури ест. Богдан, делай печеньки. Это мы сделали годики Матвей. На общую тарелочку клади. Пусть сохнет, да? Пусть сохнет глазурь. Все, пить хочет, смотри. Потому что он ест глазурь прямо из мешочка выдавливает. Красиво мне было. Да, да, красиво. Какой чапу. Это в туалете? Да. Снимай меня, снимай меня, снимаю. Старайся. Это кто у тебя? Это лев. Лев? Да, маленький лев. Ты льва делаешь? Да. Это не, не Коля не видит куда. Качка его. Тут качка его. Я думала, папа ко мне подошел. Ой, больше этих не осталось? Цветочков? Да. Вон, они туда переложил. Будет их или кто? Все, Богдаш, последнюю сделал. Все, теперь можешь кушать. Выбирать, какие хочешь. И все, а мама уберет другие печеньки и глазурь. Сейчас ездили к мужу на работу, забрали подарочки для детей, ну, новогодние. И ко мне заехали, тоже мне позвонили в понедельник. Нет, мне позвонили в пятницу, сегодня понедельник. Мне позвонили в пятницу, сказали, что мамочек в декрете не забываем, вам подарки для детей, какой-то корпоратив будет, но я уже не пойду, потому что мы... В среду я уезжаю на поезде с Матвеем вдвоем, потому что в среду я записана к дерматологу в Нарве, потому что там очередь поменьше, чем в Таллине здесь. По 3 месяца, по 4 ждать. А к хорошим специалистам только платно можно попасть, поэтому поеду, в общем, я на поезде в среду. Первый раз на этом новом, ну, на скоростном. Он 2 часа 15 минут идет до Нарвы. И вот мы поедем, в коляску посажу, и надеюсь, он в коляске просидит 2 часа, или, ну как, по минимуму хотя бы на руках его там таскать, потому что годик все-таки ходить там тоже нельзя, ползать по всему поезду. Ну, в общем, ладно, не в этом суть, а мои поедут вечером, то есть я поеду туда в 2 часа где-то дня, я буду уже в Нарве, а мои, потому что Ульяны праздник в школе, 19-го ей нужно быть в школе до 2 часов дня, а я тогда не успею. В общем, короче, они, папа, Ульяна и Богдан поедут в среду днем. То есть, наверное, они часа в 2-3 поедут и к вечеру приедут как раз. Может, где-то часа на 2 позже, чем я. Вот, подарочки покажу, какие дали. Это дали у меня на работе такие 3 подарка. Каждому из детей. Это, в общем, что-то такое. Она объяснила, что строить... Где... Кто-то строит домики, а мы строим готовые пипаркоки, разрисованные уже, как я поняла. Но надо строить из них вот такие вот штучки. Оленят, короче. Я не знаю как, но тяжелая коробка такая. Там, наверное, все в наборе есть. Как это склеивать, чем склеивать. Что-то с водой, она сказала, что с водой нужно будет разбавить. Видимо, этот как клей получится.
Ой, Матвей уже папины подарки разбирает с работы. А у мужа подарки в этом году вот такие, в таких прикольных ботиночках. Просто конфеты. Отражатель. Я уже посмотрела в машине, пока ехала. Один отражатель такой на этом самом. Ну, в каждом пакетике. И в каждом одинаковые. То есть, вот такие киски. И какие конфеты там. Сейчас посмотрим. В общем, три таких еще тапка. Конфеты тут разные. Есть российские конфеты. Есть наши вот эти мису. Такие всякие. Ну, в общем, хорошо, что нет в этот раз... этих, ну, суфле. В общем, хорошо, что в этот раз нету, как обычно любят ложить, эти ананасовые конфеты. Не знаю, у нас они потом года два лежат, эти ананасовые конфеты, на выброс идут, потому что они уже прям совсем никому не нравятся. В общем, вот подарочки. Матвей тут все раскидывает. Сейчас буду все убирать. Ульяне с Богданом сейчас закрой подарочки, а ты со своим играй. Но кушать тебе еще пока рано. Мы только приехали, вспотел немножко. Сейчас столько дел сделали, съездили и на мужа работу съездили, мою работу заехали, и на Балтиян заехали, там, где поезда ходят. Ну, я подошла к кассе и все спросила. То есть заранее билет, она сказала, лучше не покупать. Можно прийти на минут 15 пораньше, сесть, занять. Сказала, что лучше в середину садиться, ну, с ребенком, лучше садиться в середину, с коляской вместе. Я так подошла к кассе, говорю, я первый раз еду на этом поезде, объясните мне, как что с ребенком. Мы будем делать сейчас вот этих оленят, которые как подарки были у меня с работы. Вот такой набор там. Это для украшения. Тут есть клей вот этот белый. Надо с белком от яйца взбить белок от яйца. Потом добавить этот порошочек, размешать. И это будет как клей. И уже, да, украшения приклеивать это. И, в общем, клеить. Не знаю, попробуем, что получится. Если что, у нас еще два осталось. Давай, открывай, посмотрим, что там. Сейчас я тогда сделаю тебе этот самый. Этот. В общем, взбиваю белок. Взяла большую миску, не знаю, получится, или перелью потом в другую. В общем, взбила я белок в пену. Вот он не переворачивается, как проверяют обычно. В общем, взбился хорошо и меньше, чем за 5-7 минут, как там написано. Где-то за минуту, наверное, за две, ну, миксером этим он взбился, блендером. Там в наборе пудра сахарная. И ее нужно добавлять аккуратненько, по чуть-чуть, ложечкой. Положили эту смесь, очень сладкая получилась, в кондитерский мешок. Такая. Ну, как глазурь получилось. Да, но если смотреть по картинке, вот, да, вот как они стоят. Смотри, это подставки, две штуки, как бы два их, да, здесь. Это ноги, ноги должны стоять, вот эта кругленькая нижняя часть. Вот отдельно оленя тело, отдельно рожки. Так, это нога чья-то еще, это второго оленя и рожки второго оленя, вот. И нужно это как-то, я думаю, приклеивать. Видишь, тут белого много налито, что белое это будет, ну, как бы, держать их. То есть сюда белое налить, наверное, вовнутрь. И потом сюда вот так, ну, зажать, чтобы держался он. Что? Дырочки. Ну, вот, наверное, вокруг них. Или сначала поставить и залить, что вот, да, видишь, да. Пустые, видишь, пустые места. Посмотреть, где получше подходит, к какому, наверное. Вот это получше. А попробуй к этому, может, здесь лучше? Нет, здесь одинаковые они. Давай. Надо этот сейчас отрезать тут кончик, чтобы здесь лилась глазурь. Маленький только, а то сильно будет литься. Сильно не отрезай. Так? Наверное, да. Вот и теперь пробуй. Давай я буду держать, а ты заливать. Давай сначала вот эту сделаем. Нет, давай ты уже заливай. Ну, держи. Давай. А я как так одной рукой не смогу? Как ты заливаешь? Мне неудобно одной рукой. Сейчас у нас все распадется.
написано, что сохнет 40 минут. Вот так вот, значит, 40 минут с каждой деталью сидеть? Нет, 30 минут. 30 минут с каждой деталью? Нет, наверное, чуть-чуть подержи, пока она немножко схватится, а потом она сама, наверное, будет держаться. А потом уже вторые ножки сделаем. Пока держи. Потом или вторые держи. Давай сейчас сразу сделаем. Нет. Нет? Ну, давай, подержи пока. Ну, как думаешь, застывает вообще? Ну, это она застывать будет, как на обычных пипаркоках, краской, и потом в итоге она будет держать. Смотри, тут можно своими пипаркоками этим украсить. Или синими. Почему? Вот они. Мы залили вторую ногу, вторые две ноги, и Ульяна сидит, держит. Ждет, пока они подсохнут, чтобы не свалились. Бедная Ульяна. Ты сама хотела делать. А тут теперь мама это все заливает, а Ульяна только держит. В общем, сюда потом надо будет налить вот в эти места. Вот в эти места налить, чтобы склеилось. И уже поставить само тело это. А потом еще как-то рога ставить, чтобы не упали. Посмотрим, что получится. Все, у нас уже держится, но мы еще подождем, чтобы немножко еще подсохло, ну, корочкой побольше покрылась эта глазурь. Стали? Да, чтобы уж точно держалось потом тело. В общем, что у нас получается? Держится, конечно, все на соплях. Не знаю вообще, нормально будет или нет. В общем, не знаю, потом еще рога сделаем. Не знаю, будут ли они вообще держаться, потому что он уже тяжелый, уже все разваливается. Наш такой получился не очень, потому что первый раз делали. А вот второй Ульяна делала. Здесь уже поменьше белого клали, вот этого клея. И все держится. Сейчас Ульяна будет украшать уже его. А что, тебе страшно уже все? Отвык кататься? Ой, ну потому что холодно, Матвейка замерз, он и так первый раз. А